про вот вывод в стиле C++ мы уже говорили на прошлой неделе. Давайте я напомню, что C++ вот вывод реализуется через библиотеку EOStream, которая подключается через заголовочный файл EOStream и указание using namespace std. И вот вывод в стиле C++ хорошо работает со строками в стиле C++. То есть можно подключить еще использование строк в стиле C++ и реализовать следующую программу, например. Мы создадим пустую переменную типа строка. Это будет строка длины 0. Попросим пользователя ввести его имя, после чего считаем со стандартного ввода это имя. Если мы считываем со стандартного ввода переменную типа строка, то при этом будет считано одно слово. Мы будем считывать символы от первого непробельного символа до следующего пробельного символа. В качестве пробельного символа могут быть пробелы, табуляции, переводы строк. Соответственно, мы считаем его имя и выведем строчку hi, имя и конец строки. Важное преимущество ввода-вывода в стиле C++ заключается в том, что эта реализация ввода-вывода типа безопасна. То есть, когда вы считываете переменные, то тип значения, которое нужно считать, определяется по типу переменной, которую вы передали в то выражение, где вы считываете переменную.